На стадионе «Красная звезда», завершив трудовое лето, вновь собрались представители студенческих отрядов. С флагами в руках молодые активисты открыли второй в истории фестиваль «Спартакиаду». Подведение итогов сезона провели в формате спортивных состязаний и творческого конкурса. Мы завершаем рабочий семестр. Почти все отряды вернулись, за исключением Путины и часть сельхозотрядов, которые продолжают работать еще. Мы начинаем подводить итоги, и мы считаем, что нет ничего лучше, чем спорт, который действительно объединяет людей. Этим летом более 4000 ребят трудились на разных объектах страны. А мячи – лидеры России не только в работе, но и в творчестве. Так награды нашли своих героев за фотоконкурс и оформление стен газет. Здесь как раз идет такое уже не трудовое, а такое корпоративное сплочение ребят. Они уже знакомятся не в рамках только своих там отрядов внутри, но и меж различных направлений студенческих отрядов. Программа Омского фестиваля «Спартакиады» полностью совпадает со всероссийской. Перетягивание каната, гиревой спорт, нормы ГТО, армспорт. А победители в каждом виде спорта – первые претенденты в омскую сборную, которая уже 2 года подряд становилась обладателем главного трофея – Всероссийской спартакиады. Я занимаюсь гиревым спортом. Гиревым, как бы армрестлингом не увлекался, но гиревым спортом занимаюсь 4-й год. У меня первый взрослый разряд. Планирую сейчас сдать на более высшее. А так занимаюсь легкой атлетикой, тяжелой атлетикой и более-менее увлекаюсь. Как бы. Это мое хобби. Гибкость, прыжки в длину, отжимания. Нормативы ГТО сдаются на отлично. Настоящий студотрядовец, считают ребята, должен быть разносторонне развит. Даже в футбол заявились играть женские команды. Победитель получает 8 очков, а участники – уйму положительных эмоций. Мы играем первый раз. Женский футбол – это что-то вообще нереальное. Все фигут на один мяч. А в отличие от мужского, это, конечно, полный хаос. Вам понравилось? Как вы сыграли, кстати? Мы проиграли, сыграли 1-0. Но я думаю, если дальше будем играть, я думаю, более-менее будем сыграны. Пока спортсмены боролись за спортивные медали, начался осмотр творческих номеров. Отдельные номинации, в которой можно проявить себя. Лучшими в номинации хореография стали отряды «Сапсан» и «Резерв». Оригинальный жанр достойно представил отряд «Базинга». А самым певучим оказался «Феникс». Совсем скоро в Новосибирске пройдет всероссийский слет, где ключевой частью программы станет спартакиада студотрядов штабов федеральных округов. Туда-то и готовится поехать и мячи и непременно привезти обратно главный кубок.